как бы свободных денег особо нет. Карты, например. Нет, мы можем, я почти не будем вносить изменения в программу, то есть они в первоочередных, но в программе нет, пока не пришло постановление краевое. Мы будем на вас выходить и распределение, будете доходы сверх дохода, да? Ну, то есть я понимаю, что вижу, что это миллион почти, 940-810, это надо где-то еще найти. Ну, я первоочередно, у нас вообще должно было быть 143 миллиона, 1 400 000, красиво. Нет, я не про то, что нам не нужно, это, конечно, хорошо, но просто это еще дополнительно нам придется сейчас искать этот миллион в бюджете города.